Добрый день, сейчас вам продемонстрирую жакеты женские, крем Швейцария, цена за килограмм 983 рубля, в упаковке 25 килограмм 0,6 грамм, стоимость всей упаковки 24634 рубля, количество единиц 45 штук, стоимость за одну единицу 547 рублей. Первое — это женское пальто, укороченное, с такими дутыми рукавами, размер указан 36. Дальше идет жакет женский, удлиненный слегка. Размер не указан, но не больше 46-го. Так, здесь у нас тоже удлиненный жакет. Размер указан 16-й. А здесь у жакетика длинный рукав. Застежка не предусмотрена. Вшиты небольшие плечики. Размер 42. Здесь тоже вшиты плечики. Идет без застежки, жакетик 16 размера. Дальше у нас светлый жакет, размер 40 на пуговке. У нас жакетик, знаете, такой полукардиганчик на одной пуговке, размер у него 42. Тут у нас размер указан 16, с длинным рукавом, на пуговицах вшиты плечики. Тоже вшиты плечики, сделаны вставочки, вот такие вот, знаете, ткань похожа на плащевочку. А размер не больше 46-го, 44-46, скорее всего, в зависимости еще от формы фигуры, наверное. А здесь приталенный жакетик с длинным рукавом, размер указан S36. А сиренево-фиолетовый жакетик, тоже небольшого размера, я думаю, до 40-42 максимум. Так, это у нас больше, знаете, похоже на плащ. Плащ-кардиган, размер указан 20. Идет взахлёст, и, в принципе, у кого высокая талия, можно носить небольшим тоненьким поясочком кожаным. Здесь у нас жакет со швами сделан наружу, размер 42-44. Тут у нас у жакетика рукава из-за кожи, размер 42. Так, тоже жакетик идет приталенный, на пуговках, размер не указан, скорее всего 42-44. Красный жакетик с плечиками, без застежечки, размер указан 10. Так, черный жакетик с плечиками, застежка-клепочка, размер 40. Серый жакетик с длинным рукавом, на пуговках размер 6. Здесь у нас тоже, знаете, больше кардиган, чем жакет. Перец сделан под кожу. Искусственный мех, дальше вязка, размер до 46-го. Здесь у нас жакетик размер 42. Это уже больше, знаете, не жакет, а пиджак. Идет удлиненный, размер 38-й. Жакет в клетку, вшитые плечики, размер указан S38. Так, тут у нас бежевый жакет, Zara Basic, размер указан L30. Черный классический жакетик, скорее всего, тоже до 42 размера. Пока, знаете, они в основном все идут 40, 42, 44. То есть прям вот совсем больших нету. То есть вот они, вот видите, все вот даже вот похожи друг на друга, они прям идут вот одинаковые. А, естественно, по размеру, то есть они разного цвета, разного дизайна, фасона. Вот пока вот идут все маленькие, этот приталенный жакетик. Знаете, такой, вот эти вот пупырышки беленькие, они идут рифленые. Он не гладкий на ощупь. Но это тоже, кстати, очень интересно. Здесь вот, скорее всего, 44-й. Не на всех указаны размеры. Здесь у нас также 42-44, застежка, крючок. Это у нас тоже больше кардиганчик. Идет небольшой нахлест с длинным рукавом. Размер указан M. Тоже теплый кардиганчик с длинным рукавом. Размер XS. Вельветовый жакет приталенный,
размер 38. Тоже приталенный жакет, размер 16. Дальше у нас идет серый жакетик, приталенный. Задняя спинка воротничка идет из эко-кожи, размер указан 16. Черный жакет с плечиками на молнии 42 размера. Здесь у нас воротничок из эко-кожи, вшитый плечик идет, слегка удлиненный, приталенный, размер не больше 42. Классический жакетик, такой офисный вариант. Босс на пуговках, размер не указан, но тоже, скорее всего, не больше 42. Здесь похоже на драповое пальто даже. Тоже не больше 42, пока вот все размеры идут. Вот этот, скорее всего, побольше. Давайте посмотрим, здесь размер указан 18. Так, и вот остались у нас, давайте посмотрим, тоже, скорее всего, не паль... это не жакет, а кардиганчик. Идет на крючочке с длинным рукавом. Размер не указан, но тоже 42-44. Типичный тоже не жакет, скорее всего, кардиган, пальто, размер 44. Вот это вот жакетик на пуговках 44 размера. И последний тоже у нас, скорее всего, светлый кардиганчик. Размер не указан 2XL. Вот самый последний оказался самый большой с длинным рукавом. Сейчас мы были продемонстрированы жакеты женские, Швейцария, цена за килограмм 983 рубля, в упаковке 25 килограмм 0,6 грамм. Стоимость упаковки 24 634 рубля, количество единиц 45 штук, стоимость за единицу 547 рублей. Качество жакетов крем, то есть они прям в идеальном качестве, состоянии. Спасибо за внимание, до свидания.